Чувак, досмотри этот видос до конца, и ты все поймешь. Всем привет, ребятки, с вами снова Райли, и это довольно необычное видео на моем канале, где бы я хотел найти довольно странное мифическое существо под названием Бигфут, Йети или же Снежный Человек, это синонимы к данному слову, в игре GTA San Andreas. Эта игра, конечно, старая, но она интересная и увлекательная. Многие друзья мои говорили то, что в игре есть какое-то мифическое существо под названием Бигфут. Я заинтересовался этим вопросом и решил проверить, есть ли это существо вообще в игре. Как говорили, это существо появляется в лесах Сан-Андрес под горой Чилиадо. Давайте введем код на джетпак и полетим туда и проверим, есть ли это существо на самом деле. В общем, ребятки, мы уже в лесу, давайте же смотреть, где он тут находится. Он находится в пределах, вот где-то вот тут вот должен находиться. Сейчас вам покажу, вот он, вот где-то здесь. Вот где-то здесь он должен находиться, ребятки, давайте же здесь его искать. Ага, народ, вот, я его нашел, ребят, вот он, народ, смотрите, ходит здесь, офигеть, я его нашел, ребятки, давайте же его убьем, офигеть, народ, я его нашел, офигенно, оказывается, они были правы, он здесь, он есть, друзья, смотрите, офигеть, смотрите, смотрите, как он выглядит, ребят, он у меня еще бьет, офигеть, какое существо, давайте же его, нельзя, попробуем его убить, друзья. Он, кстати, еще не валится, офигеть. Офигеть, сколько мы у него пульс садим. Да, он убивается, полосочка его потихонечку становится красненькой. Трудно, трудно убить, давайте введем код какой-нибудь. Вот этот код на оружие. Давайте же попробуем его, не знаю, с дробовика или с вот этой базуки убить, что ли. Ой-ой-ой, сейчас меня убьет. Я не хочу, чтобы меня убил. Давайте, наверное, с базуки его убьем, ребят. Ой-ой-ой, народ, 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 тихо-тихо, аккуратненько. Аккуратненько, а то нас замочит, друзья, замочит. Так-так-так, ну у него очень мало жизни осталось, в принципе, почти красная полоска. Но факт в том, что, друзья, мы его нашли, друзья, мы его нашли, офигеть. Конечно, да, он безобидный, можно сказать так. Все, пару патрончиков, и мы, в принципе, его убили. Все, отлично, друзья, мы его завалили, отлично, друзья. Все, наша миссия сделана, мы нашли Бигфута и убили его. Отлично. Давайте посмотрим, как он выглядит через снайперку, что ли. А у нас ее, к сожалению, нету. Давайте посмотрим через ракетницу на его лицо. Он такой вот страшный, такой вот Бигфут, друзья. Мифическое существо такое. И на Йети, да, похоже, снежный человек, в общем, согласитесь. В общем, ребятки, мы его убили. И тогда, думаю, на этом все. Он, кстати, уже исчез. Стоп-стоп-стоп, ребят. Если кто не понял, это был сарказм. Да, ребят, к сожалению, это так. Надеюсь, вы на меня не обижаетесь за то, что я вас немножечко разыграл. Ведь на самом деле Бигфутов в GTA San Andreas нет. Это всего лишь миф, придуманный игроками. Эта легенда, ребятки, связана с одноименной машиной Бигфут. Даже в своем интервью разработчики говорили, что в игре есть Бигфут, но они имели в виду машину, а не снежного человека. Но игроки все буквально восприняли. Ведь, как многие знают, в самой серии игр GTA разработчики не называют машины настоящими именами, а придумывают свои. Так что, ребятки, это всего лишь миф, и я использовал моды, чтобы добавить этого Бигфута в саму игру. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Пишите в комментариях свои мысли, мне будет интересно почитать. Что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы впервые, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики на моем канале. Ну а с вами был Райли. Всем удачки, не болейте, и до скорых встреч в новых видео.